Так, всем привет, ребята, и сегодня мы с вами откроем 45 коробок, посмотрим, что же мне выпадет. В конце данного ролика я сделаю подсчет, покажу, во сколько они окупятся и что у нас получилось. Значит, приобрел я 45 восточных коробок, восточный Новый год, ибо коллекция у меня там еще не закончена. До этого я не донатил, это первый раз, когда я задонатил на коробочки. Потому что мне подогнал подписчик довольно-таки много коробок в районе 180. Ну что, поехали. Как вы видите, вот я приобрел. Спасибо всем тем, кто смотрит стримы. Благодаря вам мы эти коробки открываем. Не забывайте прожимать пальцы вверх и подписываться на канал. А в конце данного видео вас ждет розыгрыш 5 коробок. Итоги подведу через неделю. Ну что, поехали. Коробочка. Показывать анимацию выбираем. Будем смотреть так сразу. 250 золота, один день према. 500 золота уже получше. Оп, 100 тысяч. Я надеюсь, мне выпадет танки, чтобы вы понимали, за 180 коробок мне не выпал ни разу Бурасик. Абсолютно 0 раз он выпал. Поэтому надеюсь, за эти 45 коробок он выпадет. И я думаю, буду еще покупать коробочки. Наконец-то первый мелкопрем. ПЗ Т-15. Компенсация 900 голды. Едем дальше. Пока сыпят не очень хорошо. Там вот один раз 500 тысяч серебра выпало. Я бы сказал, что это слабенько. Уже прошло практически 15 коробок. И пока что ни одной восьмерки. Матильда БП, компенсация в виде 1750 золота. Вот это уже жирненько. Едем дальше. 15 коробок открыли, уже пошла 18-я по счету. Ни одного према. Я помню, где-то читал новость, что ВГ гарантирует, что каждые 50 коробок у вас выпадает хоть одна уникальная деталь, то есть это либо 3D стиль, либо премиумный танк 8 уровня. Локуст, спасибо большое. Компенсация, потому что у меня все это есть. 21 коробочку открыли. Пока что не очень меня это радует. Коробок. Я решил включить анимацию, а то мы сейчас очень быстро откроем эти коробки, никакой интриги не будет. А так хотя бы анимация, и видно, что у нас там открывается. Вот, по красоте. Потому что если будет синий дым, это, соответственно, вам что-то выпало. Пока у нас все стандартно, ничего не падает. 1250 золота. Довольно-таки жирно, мое почтение. Что же с этими коробками не так? Это коробки Восточный Новый Год, чтобы вы понимали. Купил специально, ибо мне еще не падали все игрушки с данных коробок. Увы. Осталось 14 коробок. Картошка, не удивляй, ну пожалуйста. Я же записываю видео, давай, подкруточку, как там все любят говорить. Стримеров же подкручивают. Понимаю, 11 коробок осталось у нас пока, ничего нема. Матильда, опять компенсация. Понятное дело, скорее всего, коробки себя окупят с такой компенсацией. Но хочется восьмерочку, хочется восьмерочку. Где же ты? Очень слабенько. Это какое-то издевательство. Ну, пожалуйста, 8 коробок осталось. У нас будет еще открытие коробок. Я говорил, что приобрету минимум 45 коробочек. Я думаю, до конца данного ивента мы еще с вами пооткрываем коробки и поразыгрываем. Также на стримах, ребята, каждый день розыгрыш коробок. Кто хочет, приходите. Так, смотрим дальше. Не, ну это какое-то... Это просто обдиралово. 5 коробок осталось, ни одного эпичного, ничего не выпало, ничего, просто ничего.
Ну что это, серьезно? Вот за 45 коробок. Я сочувствую людям, которые купили 45 коробок и ничего не получили. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас выпало, сколько вы коробок приобрели. Очень даже будет интересно. Осталось две коробочки. Осталась последняя коробка, но я уверен, что там ничего не будет. В итоге, что я могу сказать? 45 коробок открыл, сейчас подсчитаю, для вас пройдет миг и скажу, что же там выпало мне. Так, ну что, подвел я подсчет. Давайте рассмотрим, сколько же голды мы выиграли. Получил я из коробок 21 450 золота и 22 дня према. 21 450 золота в гривнях, 1973 гривны. Также я приобретал 45 коробок. Это 1505 гривен. Соответственно, мы в плюсе на 468 гривен без учета премиумного дня. Я реально разочарован в коробочках, потому что выпало 0 прем-танков 8 уровня. Это меня не радует. В прошлый раз открывал 180 коробок, и первые 80 коробок мне тоже ничего не выпадало. А премы, которые выпадали, они попадались в новогодних коробках, для тех, кому интересно, и в коробках волшебные коробки. Не забывайте, что вы можете поучаствовать в розыгрыше 5 новогодних коробок под данным видео. Все, что вам нужно сделать, написать какой-то комментарий с указанием своего игрового никнейма. Если у вас есть скобочки в никнейме, нижние подчеркивания, то ваш никнейм должен писаться в скобочках. То есть, если у вас есть нижнее подчеркивание в нике, вы должны писать скобочку. Ибо скобочки в комментариях не отображаются, точнее не отображаются нижние подчеркивания, они просто будут удалены, поэтому имеется в виду. А также, если мы наберем больше 500 лайкосов на данном видео, я добавлю коробочки от души. Итоги розыгрыша вы сможете увидеть на моем канале в комментариях. Я через неделю, 28 числа, ибо это видео выйдет завтра утром, 28 числа я оставлю в описании под данным стримом ники тех, кто выиграл. Ники будут выбираться, как обычно, через рандомайзер. Особого смысла не вижу этого записывать. Я думаю, мне все верят. Как-то так. Ну, а вы сможете написать уже потом игрокам в личку и спросить, пришли им коробки или нет. На этом закончим. Спасибо огромное всем, кто принимал участие в розыгрыше и оставляет комментарии. И спасибо всем тем, кто смотрел. Не забывайте приходить на ежедневные стримы в 7:30 утра по Москве.